с момента агрессии, с момента вторжения и начала войны в Украине, даже те люди, которые поддерживали некоторые направления или взаимосвязь, взаимные отношения с Россией, сегодня кардинально поменяли свое мнение и не видят будущего с страной, которая на нас напала и убивает сегодня мирных жителей и детей в нашей стране. То, что сегодня сделал Владимир Путин, хужего для своего народа и для наших отношений, которые еще были, исторических отношений, сделать никто не мог. Сегодня все, что все наши взаимоотношения, они остановлены, они разрушены. Но мне кажется, он перешел уже границы, перешел те границы правил поведения, даже в том числе ведения войны. И здесь цели, которые поставлены перед собой, вот те методы, которыми достигаются цели, они уже не имеют значения. Здесь нужно запугать страну, здесь нужно посеять панику и хаос для того, чтобы добиться своих целей. И поэтому уже никто не обращает внимания с той стороны. Не обращает внимания на мирное население, на жертвы мирного населения, на разрушение мирных объектов. Ну, вот так вот. Война все спишет. Ошиблись. Это потери военные. Вот так они, наверное, рассуждают. Потому что там уже нет, понимаете, ничего святого, как говорится, уже нет.